Ну, а это наш вчерашний знакомый. А, этот джипчик вчера участвовал в заездах вот в этих вот ночных. А, сорвался с места как чумовой. Просто как чумовой. А, вот такой у него двигатель совершенно другой. То есть они взяли кузов от старенького джипа. Впереди поставили маленькие колеса, а сзади вот такие специальные рейсинговые слики. То есть вот специальная вот такая вот резина, она липнет на больших скоростях. Ну, естественно, есть на записи азота. Тут сзади вон целое оснащение у него. И акустику также делали, прям в стилистике. Тому человеку, который делал вот этот дизайн, просто респект. Это круто, конечно. Ну и народ подходит, интересуется. Ну и вокруг тут тоже со всех сторон происходит безумие. Вот. Народ тусуется вовсю.